Младшая дочь Ксении Бородиной тоже хочет стать телеведущей. Девочка выбрала для себя уже и программу, которая планирует работать – шоу «Дом-2». Первый выпуск реалити-шоу вышел в эфир в 2004 году. За время существования «Дома-2» у программы сменилось несколько ведущих. В свое время скандальную телестройку вели Ксения Собчак, Ольга Бузова. Ксения Бородина не покидает телешоу уже более 15 лет. При этом параллельно занимается другими проектами и ведет собственный бизнес. О планах на будущее 4-летней Дионы рассказала ее старшая сестра Маруся. Мы с Тей разговаривали, и она сказала, что хочет работать телеведущей там же, где и мама, рассказала Луль Бородину. Теледива не удивилась желанию дочери идти по ее стопам. По словам звездной мамы, Диона очень талантливая и креативная девочка, так что ей вполне по силам подхватить эстафету у звездной мамы. Дочь Теледивы любит рисование и танцы, а также обожает внимание публики. Но не все поклонники одобрили такие жизненные планы. Многие усомнились, что Диона выбрала бы такую работу, если бы больше общалась с людьми других профессий. У ребенка нет другого примера для подражания, вот поэтому и хочет работать на проекте. Надеюсь, она передумает. Такая хорошая девочка, а на шоу ее испортит. Сама всю жизнь просидела на бревне, а теперь хочет, чтобы дочка ее заменила. Выразили недовольство пользователи социальных сетей.